Ну, что касается Greenpeace и ареста их активистов, я бы сказал про представителей Greenpeace в первую очередь, что они действительно иногда перегибают палку, потому что, призывая к миру на всей земле и каким-то благим намерениям, они сами постоянно нарушают какие-то стандарты, нарушают какие-то законы и так далее. Я думаю, что если вы сами стремитесь как-то призывать людей к тому, чтобы думать об экологии, думать о хороших вещах, нужно самим не нарушать и не нужно вторгаться в чужие территории. Тем более мы все живем в 21 веке, и можно всегда разговаривать и договариваться. И я думаю, что на уровне таких больших нефтяных компаний и крупных холдингов и всемирной организации эти переговоры имеют место быть более в культурной форме. Поэтому если уж вы вторглись на чужую территорию, конечно, пиратами называть это слишком сложно и слишком грубо. Проще, наверное, назвать это каким-то хулиганством. Но если уж вы вторглись в эту территорию, то будьте готовы к тому, что вам там не будут рады. Вот и все. Вот это мое мнение.